Вас интересует, почему все говорят о криптовалютах? Что же такое криптовалюта? Криптовалюта – это виртуальная валюта, которая позволяет отправлять и получать средства в цифровом виде. Или просто хранить и передавать их, не обращаясь в банк или к оператору платежей. Но существует ли валюта, которая обеспечивала бы полную анонимность платежей? Да, это Cloak. Cloak Coin – это децентрализованная криптовалюта, использующая POSA на основании подтверждения доли. При подтверждении доли каждый держатель монет получает 6% ежегодно от общей суммы принадлежащих ему монет. Используя доли, операции с Cloak Coin подтверждаются в сети и одновременно сохраняются в Cloak Network. В отличие от подтверждения работы, подтверждение доли экономит огромные мощности добывающих компьютеров. Обзор преимуществ подтверждения доли. Процентная ставка 6% в год от суммы имеющихся монет. Cloak Coin имеет постоянную децентрализованную сеть. Экономится огромное количество электроэнергии. Что конкретно представляет собой POSA, который предлагает Cloak Coin? POSA означает анонимное подтверждение доли. Версия 3. POSA работает вместе с Cloak Shield, чтобы дополнительно защищать Cloak Network. Cloak Shield – это новая безопасная инфраструктура, ответственная за обеспечение защиты Cloak Network. Cloak Shield использует ECDH – эллиптическую кривую Диффи-Хеллмана. Это протокол согласования анонимных ключей, который позволяет двум сторонам, каждая из которых имеет пару открытых личных ключей эллиптической кривой, устанавливать разделенный секрет для небезопасного канала. А открытые ключи сессии для обеспечения безопасности связи в Cloak Network являются личными и безопасными. Безусловно, одним из требований является наличие кошелька с балансом. Рассмотрим такой пример. Алиса хотела бы анонимно отправить монеты Бобу, используя POSA Cloak Coin. Система позволяет каждому владельцу монет, их называют клоукерами, объявить себя миксер-узлом, обеспечивая таким образом децентрализованную анонимизацию. После того, как Алиса начала транзакцию POSA, кошелек соединяется с этими участниками сети. Таким образом, вовлеченные участники помогают Алисе совершить транзакцию с Cloak. Процесс POSA разработан с максимальным учетом защиты личности каждого участника. Участники общаются по шифрованному каналу, чтобы обработать транзакцию, а затем отправить ее получателю Bob. Таким образом, получатель Bob получает анонимный шифрованный платеж. Помимо межконцевого шифрования, POSA также обеспечивает высокую целостность данных. Транзакции даже не появляются в цепочке блоков. Такой высокий уровень анонимности гарантирует неотслеживаемость и полную конфиденциальность. Преимуществом для клоукера, который делает себя доступным для поддержки транзакций POSA, является вознаграждение в размере 1,8% от суммы транзакции. POSA работает без мастер-узлов. Каждый клоукер используется как миксер. Доверие отсутствует. Это значит, нет необходимости полагаться на третье лицо, которое вмешивается. С учетом активного развития и расширяющегося сообщества, Cloak Coin имеет большие перспективы.